Ну чё, пацаны, в прошлый раз мы прыгнули не совсем удачно. Поэтому сейчас мы... Безопасный путь. Я несколько дней не играл, к сожалению, был занят. Мне казалось, что там можно допрыгнуть. Если стоять на месте долго достаточно, то она сама тебе порекомендует, что делать. Какая-то хуйня. Ну, да, то есть я изначально сделал правильно, просто не допрыгнул. Ладно. Секунду, подожди. Тут столько вещей надо посмотреть, найти. Тут еще вот это. Какой-то... Ёпта. Очки, наверное. Ну да. Тут жил ниндзя. Еще он, видимо, был наркоман. У всех дома есть PlayStation 3. Здесь только игр нет. У вас 146 суплементов. Давайте, что мы там с суплементами можем сделать? А, я понял, то есть это закрыто. Надо сначала улучшить это. А теперь мы можем улучшить жизнь. А теперь мы можем улучшить. А, можно вот улучшить крафт. Отлично, я столько суплементов набрал, что я даже не знал. Я забыл про них. Melee upgrade recipe unlocked. А, во, можно улучшить оружие. А тут какой-то просто геймер с двумя экранами. Причем никакой дискриминации они любили. И ПК. Это одна из них. Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? We gotta find out, right?
Мы идем на телестанцию за этой бабой. Мы едем в даунтаун. Да. Чифяк ебаный. Лошади у нас уже нет. Я открыл трофей. Стартер сет. Хороший такой гриль. Даже два гриля. Псевдооткрытый мир, да? Свежая кровь. Вот. Пиздец. Он меня напугал. Так, можем улучшить? Нет, мы собираем ножницы и все такое, но все равно еще пока что у нас недостаточно. Кто-то любил посмотреть Netflix перед сном. Netflix and chill. Какая милая пара. Они жили американской мечтой. Но тут пришли зомби. Тут нет ничего. Неужели тут вообще ничего нет?
Хуёво. Something keeps bugging me. Why didn't they kill you and Tommy when they had the chance? I don't know. It seems reckless. They're done. Maybe. What? Could be that you just weren't who they were looking for. There you go. Well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish it? It doesn't matter. They fucked up. They did. Неважно, короче, почему они нас не добили, она спрашивает, почему они вас не добили. The one in the TV station? Was she the one? She the one with the braid? No. Only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. So, how do you want to handle her? I know where she knows. I know where the others are. Go from there. You gonna? Yeah. Ли, это которая была трусливая такая, да, типа, о, привет. Still kind of see the buildings. How you want to go? Let's see. Давайте пойдем по левому. Ребятка, вы за ручку долго будете ходить? А где?
Все вроде. Нет. Хотя, может, все вроде. А каждый раз будет спрашивать, типа, ты всех узнал их? Ой, блядь. За Шрек. Аптечку или давать вот эту? Элли не любит Хэллоуин. Так, тут будет зомби, 100%. А. Ну что ж, давай. Стабильность. Димаш лучше. Ой, блядь. Нет, 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 нет. Блять. А, очень интересно. Ну. Ну. Ой, блядь. Ха-ха. Пристрелили мне мозг. Так. Мы успеем это сделать? It's them. Right over here. Ой, блядь. Push forward.
Блять. Да, я не успеваю нихуя сделать. Ну, просто пиздец. Я иногда сам себя ругаю, зачем я взял хард, сложность, да? На нахуй. Это все, по-моему? Маш уже улучшен. Вот так вот. Вот так вот. Чу-чу-чу-чу-чу. Опа. Полное восстановление оружия и увеличенный урон, да? Таблеточки. Так, это что? Намного быстрее слушание. Отлично, 100%. То, что нужно. Все оно чувствуется медленно, но намного быстрее, чем было. Особенно это бесит зомби, да? Сегменты. Пойдем в книжный магазин.
тут зомби. Френ, это наконец-то случилось. Ранним утром воскресенья. Держи своих людей с улиц. Не так уж много Федры осталось у тебя в твоей зоне. Когда мы будем чистить нашу зону, всех переведем в базу. Люди не должны с ума сходить, это временно. Так мы можем определить, кто хороший, кто плохие. Не могу дождаться до того момента, как мы будем спать вместе в одной кровати. Больше мы не будем прятать свои записки, Ребекка. Ребекка! О, еще одна записочка. Или что это? Это Call of Duty. А, новый апгрейд стелса. Целый бранч. Глушак можно сделать. Ребята, а если бы я не нашел этот журнал, типа я в игре никогда бы не смог это сделать, да, я так понял? Ладно. Я думал, она лицом ко мне стоит, поэтому я не хотел прямо на нее бежать. Right. Что, Райт, она убила? Ты убила зомби? Это моя красотуленька. Моя армянская деточка. Так, что у нас тут? Стелс? Я хочу стелс. Мне нужны пилюли. Да ты че, серьезно? Серьезно? Yeah. Hell yeah, bro. Я просто перезарядить хочу. Естественно, закрыто. Давай посмотрим вокруг. Это мне мало чем помогает.
какие-то кебаб новости. Я же боюсь прыгать после того травматичного момента. Ой. Тихо. Ну что ты пихаешься? Практикуйся, работай, сфокусируйся. Блять. Ну. Ой, блядь. Ну быстрее чуть-чуть нельзя. Марчик, ты мертв. Это прикольно, что они по именам, да, придумали.
Сколько их там нахуй? А вот и телестанция Останкино. Ой, блядь. Ловушка. Watch where you're walking. Ловушки, короче. Ладно. Как раз то, чего мне не хватало. Опа, лову... А. Типа я аптечку принял. Не то, что принял, там... Какая-то хилка была. А, ту карту можно. Давайте сделаем глушак. И он прямо как... Его можно закрафтить. И он портится прямо как Days Gone. Ну да, все прям как Days Gone. Вот эта взрывчатка еще одна, походу. Не трать патроны. Okay. Сначала правильно на вышке. Записочка. Очень интересно, сиськи, письки.
еще 4 часа типа ждать. Кто-то тут. Area's pretty cut up. Ким Перил. Any wolf? I didn't see any, but it's hard to tell. А что если это Лия, ее там не будет? Что за баба? Почувствуй ее любовь. Не зигулечку кидает. Зигой. Еще одна лошадка. Нет, она не в порядке. Она говорит, что она в порядке, но она не в порядке. Эту игру сравни список Шреннинга фильм. IGN. Томми тут прошел. И Томми закрыл за собой дверь. И никаких ништяков по углам, поэтому я уже меньше их осматриваю. Опа. Чувствую ее любовь. Сейчас бабахну нахуй.
ребят, мне это не нравится. Что у нас тут? М, убедись, что ты взял письмо в банк до понедельника утра. Комбо, последние 6 цифр номера Стейси. Окей, это ее последний, это ее номер там? Ой. Так, последние 6 цифр. 206. Блядь. Двести шесть, пять, не получится же. Не, я не знаю, как мы это, там что-то было на стенке еще. Блять, не то. Последние 6 цифр номер Стейси. То есть 5501, а дальше мы не знаем последние цифры. Пять, ноль, один. Не, пацаны, я не знаю Стейси номер. Stacy's mom has got it going on. Может, Стейси была в туалете? Может, кто-то написал номер Стейси на зеркале своей кровью? Мне кажется, я проебал эту точку, потому что, знаете, тут, мне кажется, не надо возвращаться как Resident Evil, да, намного. Тут все прямо рядом. А вот в Resident Evil мне, я бы тогда просто даже не думал. Я не думал бы дважды. Я просто подумал, типа, хули. Типа, вернусь потом, значит, по игре так.
Так, здесь мы не пройдем. Может, Стейси занималась карате? Тренер на команде жал там лекарства с тропиями. Тэквондо. О, а тут стол. У меня нет достаточно материалов, поэтому мы просто пройдем мимо. Ой, чуть было не подлетел нахуй. Да. Мы были. Так, я боюсь подорваться нахуй. Туда не пойдем. Оп. TV station. Да, ну и что ты предлагаешь? Тихо, ты чё, блядь? Я не знаю, что мне делать. I don't think we can get around this one. Hang on. Ой, блядь. Easy. Well, how else were we gonna get through? You think someone heard that? It was pretty loud. Keep your eyes peeled. Думаешь, кто-то это услышал, блядь, конечно, нахуй. Ну ладно.
seems subtle right now. Maybe Leah will come to us. Yeah. Or they might be waiting to ambush us. Лия сама придет к нам или же поймает нас в ловушку. Окей, это было просто. Может, мы забраться сможем. Забраться, говоришь? Томми их уже, по-моему, уебал. Со стрелами причем. Ух ты, Томми! Шальной Томми. Так, и что нам дальше делать? А, понял. Сейчас тут будет, походу, мясо. Ой, а тут подвешенные трупы. Это был не Томми. Who the fuck did this? I don't know. But it's a message. This just happened. You think
Это только что случилось. С вами Ирада Зейналова. Итоги недели. Follow me. Похоже на ту бабу. Так. Какой-то продюсер сидел. Симонян, наверное. Международная пилорама. Так. Ру, маленькая птичка мне сказала, что скары, которые ты принес, заговорили. Я слышал, что Айзек впечатлен тобой. Я знаю, что у тебя были вторые мысли, но ты должен просто сосредоточиться. Покажи им, что случилось на побережье. Это... не тоже не единственный случай, и тогда тебе все успехи будут в жизни. Подумай только о том, что как мало людей получает такой шанс. Горжусь тобой, папа. Спасибо, папа, я тоже тобой горжусь. Я далеко дошел в своей жизни. А вот и Лия. Sure? Yes.
вселенная хотела, чтобы Ли умерла. Это все они. Это не Джексон. Троих убили.